Эй, здорово, друг, а ты чего такой кислый? Понятно, к другому пацану ушла твоя киска. Но ты не плачь и не старайся посильнее напиться и не садись за руль с большим желанием разбиться. А кто она? Да никто, и звать ее никак. А ты же парень молодой, все это пустяк. Не унижайся перед ней, не звони, не пиши. А наглым голосом ты эту фразу ей скажи: да пошла ты нахуй, я не буду плакать без тебя. Без твари проживу нормально. Да пошла ты нахуй, я не буду плакать, ну тебя такую я найду другую. Она была брюнеткой жгучей, сама никто, но о себя считала самой лучшей. И постоянно об этом мне напоминала. Солярий, косметолог, завсегдатая спортзалов. Обычная пустышка в красивой упаковке. Сказала, что мне повезло, что я в ее тусовке. Не понимаю я, зачем тогда со мной связалась. Не выдержал я и сказал, что впредь не зазнавалась. Да пошла ты нахуй, я не буду плакать без тебя. Без твари проживу нормально. Да пошла ты нахуй, я не буду плакать, ну тебя такую я найду другую. Тебя достала, или ты ее достал? Если она хотела секса, ну а у тебя не встал? И если ты хотел любви, ну а подруга не дала? Если восьмой раз объясняешь, а она не поняла? Если ты хочешь на тусовку, а она зовет в музей? Если она тебя достала глупой ревностью своей, ты не должен напрягаться и чего-то объяснять, а просто нагло и спокойно эту фразу ей сказать. Да пошла ты нахуй, я не буду плакать без тебя. Без твари проживу нормально. Да пошла!